Здравствуйте, я снова вас приветствую на своем канале «Здоровье и красота от морковки». И в этом видео я хочу вам рассказать, а вернее показать, как я одним движением избавился от боли в коленях. Смотрите. Было так, а стало вот так. Еще раз показываю. Было вот так, а стало вот так. О чем это я хочу вам сказать? Дело в том, что на протяжении долгого времени у меня постоянно болела вот эта часть колена, правой ноги. То есть в этом месте, постоянно. И это обычно происходило, когда я ходил, и после этого, когда останавливался или там отдыхал, то вот эта боль, она как бы, в общем, чувствовалась, и очень было неприятно постоянно. Оказывается, все было достаточно банально просто. Я располагал вот эту часть ноги, пятки неправильно. То есть, когда я ходил вот таким образом, нагрузка приходилась вот на эту часть. И как вы знаете, колено сгибается в нормальном положении вперед вот таким образом. Все. Когда ходил я вот таким образом, то есть нога как бы совмещена, была в сторону, смотрела пятка, то нагрузка приходила сюда и излом колена приходился сюда. То есть как бы растягивало колено вот таким образом. И когда я изменил траекторию, то есть положение, пятки, то колено стало сгибаться в том направлении, в котором она должна сгибаться. То есть не на излом. И таким образом, буквально за короткое время, вот эта часть, она просто боль исчезла. Я хотел бы сказать буквально сразу. Поэтому, когда вы ходите, обратите на это внимание, как вы ходите. Я, кстати, обратил внимание, когда впереди идущий человек идет, то я заметил, что зачастую левая нога нормально, то есть, скажем так, в нормальном положении находится, то люди как бы начинают вот эту правую ногу, тоже так же, как я, разворачивают, не специально, и она как бы тянется за ним, то есть идет на излом. Обратите внимание, происходит как бы вот неестественное, неправильное движение. Поэтому, если у вас такая проблема существует, просто разверните параллельно. Знаете, не совсем параллельно, но вот примерно. Было так, а стало так. И попробуйте ходить таким образом. То есть, чтобы колено и носок, скажем так, совпадали в одном направлении. Чтобы более точно определить, можно встать на какую-то возвышенность и вот этой части ноги просто, покачать. Сгибая вот таким образом, и вы увидите, что оно вот и есть то естественное положение, правильное. И попробуйте покачать вот так, видите, идет на излом. В общем, обратите на это внимание. Желаем здоровья с вашими коленями и до новых видео. Пока.